на запястье, сидя, лежа животом вниз. Лежа животом вниз? Да, теперь лежа животом вниз. Вот сейчас Оксана делает, если она не догадается, то скажи. Вот можно руку, Аня, на запястье? Только на запястье. Ну, на... Молодец, да. Все, очень все понятно. А скажите, на спине можно? Давайте на спине это сделаем сейчас. Можно, только будешь в прогибе получается. А не важно. Наша цель сейчас запястье проработать. Давай попробуем на спине. Как ты будешь выходить в эту асану? Давай горку. Да? Прыжок к рукам. Садимся. И теперь руки куда? На массу за спину. И сейчас только под команду. Делаем вдох, опускаем локоть правой руки. Уже руки соединены за спиной. Опускаемся. Правой. Теперь аккуратнее пробиваем. Ложимся. Приятно? Позвоночник. Нормально. А рука? Рукам тоже нормально. Тоже. То есть запястье прорабатывается? У меня зараз меньше плечи прорабатывает. Плечи. А запястье нет? Запястье? Нет, не дуже. Не дуже, но тоже... просто хорошо делает на мосты за спиной. Тоже работает. Тоже работает. Дальше. Вот так вот, сидя на ягодицах, можно сделать? Руки на поясницу. Да. А локти сюда. Ниже нужно присесть. Все. Да, теперь надавливаю коленями на локти. Колени, да. Чувствуешь? Да. В руках, а где конкретно? В плечевом поясе. Да? Ну, запястье тоже работает, правильно? То есть взаимодействуют сразу все варианты. Хорошо. Влад. Что я? Что я такого сделал? А чего я?